Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Итак, сейчас я хочу с вами обсудить ситуацию с вспышкой коронавируса, внезапной вспышкой коронавируса в Китае. И на что эта вспышка повлияла, и почему она так важна. И что нам делать, самое главное, с нашими деньгами в связи с этой вспышкой. Итак, в последнее время очень много публикаций о том, что в Китае появился новый коронавирус, новый, еще не исследованный, что на него нет вакцины, он грозит всему миру, грозит чуть ли не вымирание, потому что нет лечения, а китайцев много. О, ужас! В Америке уже одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. И в России тоже. Какой ужас! И все. Теперь я читаю дальше. Сегодня. В Китае выявлено 570 случаев заражения новым видом пневмонии через вот этот вот самый коронавирус. Что это такое? Рынок нефти падает. Ну, у меня, так сказать, соответствующий обзор. Эксперты предупредили данные о распространении коронавируса. Коронавирус может обойтись рынку нефти в $3. В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой. Это уже ближе к теме. Почему такое внимание к коронавирусу? Давайте я сделаю предположение, это чисто мои догадки. Согласны вы или нет с ними, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но, посмотрите, многие средства массовой информации вдруг начали писать о ранее неизвестном заболевании. Коронавирус, как страшно. Год назад или два назад, что у нас было? Какое неизвестное заболевание? Птичий грипп. Какой ужас. А еще я помню, была страшная болезнь, которая грозит всему человечеству. Лихорадка Эбола или Эбола. Вы помните это? А еще СПИД и так далее. И все развивается примерно по одному и тому же сценарию и примерно в одно и то же время. Многие средства массовой информации вдруг начинают писать на тему какой-то новой зловещей эпидемии. Почему? Почему бы не предположить, что журналисты в этом заинтересованы. Причем не просто так, а материально. И кто их может заинтересовать? Фармацевтические компании. Вы посмотрите, Минздрав предупреждает. Почему он предупреждает? Потому что он хочет добиться денег из бюджета на создание вакцины. Сегодня я уже прочитал, что в России объявили, что за год они готовы при соответствующем финансировании разработать вакцину. Американцы говорят, за 3 года сделают, а мы за год. Но американцы тоже не дремлют. Американские фармацевтические компании говорят, ребята, мы сделаем эту вакцину и будем... Нам нужна государственная программа, потому что Америке грозит смертельно опасный вирус, и всех надо
по государственной программе, через государственное финансирование, почему бы не провести, например, вакцинацию всего населения. Это мое предположение, я ни о чем не говорю. У меня нет фактов того, что журналисты получили. Нет у меня таких фактов. Нет. Но если вот эта моя гипотеза имеет право на существование, если вы считаете, что есть такая вероятность, то что нужно сделать? Нужно еще раз перечитать вот все вот эти вот публикации и очень внимательно посмотреть, а какие же компании фармацевтические занимаются разработкой лекарства против этой чумы этого года. Вот что важно. И если мы найдем там интервью с каким-то сотрудником какой-то лаборатории, надо посмотреть, откуда ноги растут, чьи уши там торчат. И вот это вот я считаю важным. И если мы это увидим, связь, то почему бы не купить акции этой компании, которая занимается разработкой вакцины? Напишите, что вы думаете по этому поводу, согласны вы со мной или нет. Если в этом какое-то зерно, повторяю, никаких фактов, естественно, я не могу привести, ну, кроме того, что подозрительно похожие компании. Почему-то про вирус птичьего гриппа забыли. Он что, не угрожает больше? Ну, просто это не вызовет такого интереса. А тут коронавирус. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.